Здравствуйте. Всем, кто смотрит сейчас меня, зовут Лидия. И вот вчера наступило 1 сентября, День знаний. Как бы вот такой праздничный день, будем говорить. Сейчас вызывает у меня умиление и, так сказать, какое-то... Я бы не сказала ностальгию, что ли, по своим школьным годам. Но, тем не менее, вот моя дочь Даша, так сказать, мой креативный продюсер, режиссер и так далее, подала вот такую идею. А не поделиться ли тебе, так сказать, о своих школьных годах прошедших? Ну, почему бы и нет, почему бы и нет. 60-е, 70-е. С 60 по 70-й год, мои школьные года. В небольшом городе сибирском, Минусинском, в школе номер 5, как сейчас помню. Вот это ощущение праздника, я, да и не только я, наверное, и все вот соученики, все-таки радовались наступлению нового учебного года, 1 сентября, с каким-то вот чувством таким, ну, прямо вот, знаете, чуть ли не с трепетом, какой-то комок в горле, идешь такой весь из себя праздничный, нарядный, в новой форме, с бантами, все на тебе новенькое, вот и до... Подготовка вот к новому учебному году, вот это меня всегда как-то вот восхищало. То есть не только в августе, еще заранее это нужно было закупить учебники, тетради, ручки, портфели и т.д. и т.п. Учинялись специальные такие школьные базары, назывались они прямо на улице, ряды такие, со всякого рода, так сказать, причиндалами учебными. И вот приобретение вот новых учебников, тетради, вот этот запах книжный, да, он и по сих пор остался, вот художественный, положим, и который вот именно запах новой книги, вот типографской краски, еще чего-то, и предвкушение какого-то вот чего-то нового, безусловно. То есть вот ощущение такое, что ты начинаешь новую жизнь. Как говорится, в буквальном смысле с чистого листа. Вот эти обложечки для тетради, обложечки обязательно для книг, все это оборачивание, все это приготовление, складывание. Вот все это вот как-то вот с таким вот чувством достаточно приятным, надо сказать. Да. По крайней мере, так вот я ощущала себя. Ну, школьные годы. Что школьные годы? Те времена, так сказать, главное это не только учиться, это прежде всего участие в общественной работе. Не дай Боже, где-нибудь, когда-нибудь какой-то характеристики напишут вдруг, что в общественной работе участие не принимал. Нонсенс, парадокс такого быть не может. Все должны быть охвачены тем или иными мероприятиями. Вот эти мероприятия мне прям до судорог доводили. А почему? Потому что ты должен что-то придумать такое, ты должен спланировать что-то такое, чтобы выделиться, чтобы, так сказать, в этом социалистическом соревновании занять не последнее место, а то и одно из первых. В этом смысл был прежде всего. И поэтому как-то я по своему психическому складу не лидер, далеко не лидер. Я с измальства и осталась, наверное, такой вот волчица-одиночка, да. Но, тем не менее, не знаю уж в силу каких причин, то ли хорошо училась, то ли еще, я не высовывалась, я не активничала, ничего никак. Ну, как-то вот, как в одном из комедийных фильмов прошлых лет, один персонаж говорил, что, ну, правда, с гордостью говорю, я такого себе сказать не хочу, что... Я всю жизнь руководящая. Вот и я, так сказать, с первого класса, помню себя санитаркой, непременно были санитарки, с повязкой, значит, с белой, с красным крестом, сумочка через плечо тряпичное, со всякими причиндалами, проверять перед уроками, так сказать, все ручки покажите, чистить или что-то, воротнички, там и прочие дела. То есть потом по звеньям что-то там, вот, ребята же были, понятно. То есть каждое звено в классе, положим, вот три ряда, три звена, там тоже соревновательность. Вот и звеневая, так сказать, организовываю работу всекоразовую. Не только по учебе там что-то как-то кому-то помогать, но и опять же вот этот
пресловутая общественная работа, всякая разная. Это весна-осень, непременно сбор металлолома, корячишься, тащишь какие-то, ищешь железяки, всякого рода. Самое интересное, что все это мертвым грузом во дворе где-то там на задворках лежало, не вывозилось годами, буквально вот кому это надо было. То есть ребятишки вот от мала до велика тащат все это, насажаются, вот, а сколько-то будто бы как бы это и не надо. Принцип социалистический, я помню, в университете у нас политэкономию преподавал профессор Брин, так вот он говорил, принцип этот социалистический 2D плюс 2P. Знаете, что это означает? Давай, потом посмотрим. Вот так, по такому принципу вся эта социалистическая экономика, ну и школьная школа тоже не исключение. Макулатура и прочие дела. Ну а потом уже пионеры, само собой, начинаются пионерские дружины, а как без этого командир пионерской дружины, опять на руководящий, там следом комсомол, комсорги и прочее, начиная от старосты класса или там еще чего-то. И вот что-то придумывая такое, нормы ГТО, помню, непременно задавали все эти бег, там такой-сякой розеток и прыжки в длину, высоту, туда-сюда. Особо я не отличалась, правда, физической такой подготовкой, хотя, в общем-то, на улице с измальства занимались лоптатом, настольный теннис, какая-то еще беготня, все это было в пределах нормы, так. Я вспоминаю вот из этих норм, в спортзале помню, значит, маты уложены, и вот впервые, значит, мы стреляли из мелкаши. И вот я, значит, улеглась, показали, куда чего нажать, как это упор, эту винтовку мне всучили, вот надо было стрелять. Не знаю, с какого перепугу, я вдруг выстрелила лучше всех. Ужас-то какой, ну, как говорится, новичкам что ли везет, не знаю. И вынуждена была в связи с этим защищать целой школы, так сказать, на городских соревнованиях. Думаю, я там со страху помру, наверняка, и опозорюсь ведь, ну, это случай просто такой, произошел, а уж там-то непременно позволить. Правда, не помню, чем закончились соревнования, но ничего такого страшного, видимо, не случилось. Эти тимуровские команды все непременнейшие, надо бежать, кому-то помогать, что-то таскать, что-то убирать, все непременнейшие. Помню форпост, так называемый. А что означает этот форпост? Вот сейчас меня спроси, я в упор не вспомню форпост. Интересно. Это на улице. А у нас там дом Конниковых на улице был, на улице Олега Кашевого. Вот они такие вот люди, очень такие безалаберные. Все ребятня на улице толклись либо у них, ну либо около, так сказать. На улице играли там настольный теннис, или сетку волейбольную натягивали, либо там еще чего-то. Вся эта беготня. И вот украшали, типа балагана такого, шатра учиняли, тащили кто что может. Там внутри, значит, все это устилали, какие-то стулья, какие-то эти коробки, что-то еще такое. Вот там мы занимались, что-то мы разучивали, какие-то концерты готовились, учиняли. Улица вся собиралась, да. И взрослые, и старушки, и все приходили смотреть наши концерты. Мы пели, танцевали, декламировали. Вот как-то это было нужно, какой-то интерес это вызывало, не знаю. Содрогание вспоминаю непременно, так сказать, наличие диспутов. А как без этого? Диспуты все непременнейшие, должны, значит, высказывать все точки зрения на ту или иную проблему. Типа, если жизнь на Марсе и еще там чего-то, это надо придумывать же тоже все эти темы и вести его как-то и прочие дела. Ну, я бы не сказала, чтобы вот класс был какой-то дружный. Я просто слышала потом вот у подруги по университету, у них класс вот собрался очень дружный. И по сих пор, и прошло уже, так сказать, 40 лет с лишним, они постоянно собираются в школьном дворе, ежегодно и постоянно. Они, так сказать, всегда в контакте со всеми абсолютно. Как-то вот так. У меня в моем классе, где я училась, такого как-то вот не случилось, как-то все сами по себе. Не то чтобы группировки какие-то были, как это вот сейчас, например, принято там. Ну, что-то вот немножечко выделялось. Вот эти вот
как бы группка такая, она, ну, немножечко я ощущала их повыше себя по своим каким-то качествам, я уж не знаю. Вот, какая-то средняя, ну, и, конечно, несколько таких, которые там плохо занимаются, плохо учатся, как-то ведут себя хулиганисто. Не особо, конечно, уж там, не из ряда его, но тем не менее. Вот, учеба. В общем, все воспринималось как-то так должно быть. Вот так надо, и ничего с этим не поделаешь. И никто не напрягался, никто не верещал, ай, чтобы она провалилась. Это же школа, надоело, не ходить, не учиться. Нет, все это спокойно, надо, значит, надо. Мы ходим, мы учимся, мы занимаемся, что положено, значит, делаем, насколько это было возможность тех. Вот. Особо так талантливых не припоминаю из своих соучеников. Я вот сказала, что не выделялась. Потом уже в старших классах немножечко, так сказать, под это. Помню, случайно попалась мне книга Беляева Александра, научного фантастика. Это только научная фантастика была, никакая другая. И было это всего чуть-чуть Беляев, да, и Ефремов, вот и все. Так вот, я прочитала его, так сказать, роман «Голова профессора Дойля» и пропала. И начала читать, естественно, Беляева всего. И вот тогда, значит, мне тоже там в мозгах что-то приключилось, хотя я чисто гуманитарий и к техническим наукам, ну совсем, можно сказать, не приспособлена никак нигде. Вот, еле-еле на четверочку, чтобы троек-то не было, как-то плелась. И особо не блистала, то есть ни по физике, ни по химии, а уж математике-то и говорить особо нечего. Но это не менее вот под влиянием, так сказать, вот этой научно-фантастических романов Беляева, я, так сказать, начала что-то обдумывать, что-то раздумывать, а не пора ли, так сказать, все это уже осуществить на практике. И был у нас преподаватель, вот прихожу к преподавателям уже, Владимир Иванович Яшкин, как сейчас помню, его запомнила, такой мужичонка, весь себе всегда в такой рубашке на выпуск, в клетчатой ковбойке такой ходил, маленького роста, кривоногий, но увлеченный был да нельзя вот физикой, просто фанат был такой весь в себе. И вот я, так сказать, вякать чего-то начала там. А вот, Владимир Иванович, хорошо бы, вот, например, какой-то вот стенд, когда мы учиняли, сами делали какие-то физические, там, с лампочками, с чем-то там еще таскались. И я таскалась потом в силу вот увлеченности вот этой. Давай я ему высказываю свои бредовые идеи вот эти вот научно-фантастические. Вот если, например, мозг работает, так сказать, излучает электромагнитные волны, то их же можно уловить, как-то, значит, датчики какие-то придумать, установить, поймать, расшифровать. Вот красота-то будет, значит, узнать, как человек думает, что думает. Ну, типа вот такое. Вот, и сподобилась и с этим даже на пятерку по физике, хотя особо-то и не отличалась так по программе там какими-то знаниями все это. Было так. По химии, помню, тоже было неплохо, потому что, как сейчас помню, Ольга Васильевна такая статная, дородная женщина, очень такая фигуристая, одевалась, да, очень так элегантно, красиво. Вот как-то умела передать вот этих двух учителей. И еще одного припоминаю, это поскольку я помню, какие-то так еле-еле душа в теле, но где-то в классе седьмом, припоминается мне, наверное, пришла к нам новая учительница, как сейчас помню, такая очень приятная женщина молодая, не вспомню, как ее зовут, но тем не менее могла донести, могла вот преподать. Вот что дальше зависит от учителя, от преподавателя, как класс, как ученики будут этот предмет воспринимать, как они будут успевать, как мы говорили в свое время и так далее. Вот, и я-то, как у меня чуть ли алгебра стала нелюбимым предметом, и я прямо так это воспряла и начала чуть ли не на отлично. Геометрия, правда, для меня всегда была, никак я не могла, пространственного воображения никакого. Вот, это вот что касается учителей, вот моего высовывания, будем так говорить, в смысле физическом от книг пошло. А потом уже какое-то иезуитство, что ли, у меня приключилось. Это не знаю, откуда бы это, откуда это взялось. Помню, по биологии пришла новая учительница, в классе, наверное, девятом уже,
о той 10-м. Ну, вот астрономия, помню тогда, это тоже от научной фантастики. Начала как-то увлекаться, читать побольше. А по биологии, я, так сказать, подбоченившись, а скажите, пожалуйста, вы можете что-нибудь сказать об анабиозе? Да, значит, смешалась, покраснела, что-то побелела, то есть растерялась просто-напросто наверняка. Она знала про это, анабиоз чертовый, но тем не менее, мяк, и ничего не могла сказать. Угу, понятно с вами все. Да-да, понятно, какой вы учитель. Что-то еще типа такого выскакивали, такие, фу, как у кошмара. Сама не понимаю, откуда это все взялось. Ну вот, как бы вот так. Как бы вот так. Других каких-то таких преподавателей, ну, каждый, то, кстати, не каждому дано от Бога получить учителя. Это должно повести достаточно крупно. Вот, и я вот, у меня вот не случилось вот такого учителя от Бога. Вот те, которые я упомянула, они смогли донести, смогли как-то увлечь своим предметом, как-то вот заинтересовать. Больше не помню, особо меня возмущало, не то что возмущало, преподавание литературы, к примеру, фу, какая гадость, а какие было пара-тройка преподавателей, фу, не могут, не это, все эти образы, все это, ну, не то, не то и не то. Тут, так сказать, сам себя делал, уже как базаров, да? Сам себя воспитал в этом смысле. В таком смысле, что выпускные экзамены, и мне поставили по литературе и по истории не только 5, а не знаю, откуда это взялось, с припиской блестящего, как даже. Но это уже, так сказать, не благодаря, как я уже сказала, учителя, преподаватели, мы чего-то такого. Вот так вот становилась, так вот училась. Не знаю, школьные годы чудесные или не чудесные. Ну, как-то вот, скорее да, чем нет. На этом все, до свидания.